Всем привет, друзья! Сегодня у меня интереснейшие модельки, аж две штуки, целый набор получается, компании ERTL, 18 масштабе, вот такие, такой мотоцикл, такой пикап, все это из серии канала Discovery, про американский чоппер, вот так вот называются данный проект. Old School Cody Project Number 2 Truck and Chopper Set. Скрипим, конечно же. Ну куда без этого? Компания ERTL. По-моему, третья моделька на обзоре. Третий раз скрипим. Вот такой чоппер, байк. Всего несколько дней назад появилась она у меня. Точнее, он, этот сет. И что я могу сказать? Приятного сначала было очень мало, потому что пришло все очень сильно разбитым. Я даже хотел отказаться. Вот здесь в коробке видно вдали вот там задний фон. Оторванная часть. Вот там было все красиво. Был пластик, в котором был прикреплен вот этот чоппер. Эта моделька, но хреново закрепили пикап, который, видимо, во время транспортировки ударялся об этот пластик, сорвал его, разломал несколько деталей самому себе, несколько деталей вот этому мотоциклу, ну, естественно, они взяли еще и друг друга поцарапали. Да, конечно, абсолютно новый был набор. Стоил сумасшедших денег. Пришлось клеить кое-как вот это зеркало. Все, что смог, сделал. Пришлось полировать, но не до конца не получилось. Все-таки царапины остались и на крыше. Вот. Мотоциклу пришлось приклеивать некоторые детальки. Но я вам так скажу, что даже сейчас я уже не помню, где я что тут клеил. Потому что, в принципе, неплохо получилось. А вот зеркало, конечно, пострадало. Ну да ладно, о плохом. Давайте о хорошем, потому что модели действительно классные. Очень тяжеленькие, очень здорово сделанные. И очень такой уникальный наборчик. Потому что, как я поглядел, таких в интернете вообще немного. Всего несколько штук. Вот я уберу эту коробку. Она такая огромная, просто сумасшедших размеров. Вот. Не пожалели они места на упаковку. Сами модельки довольно тяжелые. С этой коробкой вообще немало весят. Вот. Ну что, это Ford F100. 50-го года, если я не ошибаюсь. Вот, зеркало гуляет. Вот, полностью кастом, переделанный на дисках, на аэрографии. Ну, это имитация, это наклейки. Вот, в отличном таком черном цвете, с открывающимися элементами. Вот, открываются двери, хрустят, как мы любим. Да. Вот, открывается и капот. Здесь у него стоит V8. Вот. Хром. Моделька, конечно же, я купился не на мотоцикл, а именно на вот эту модель пикапа. Очень уж мне нравятся пикапы американские. Вот такой вот вариант, конечно, идеально, изумительно. Ну, естественно, мотоцикл не отстает. Он в том же решении сделан, те же граффити на нем нанесены, точнее, наклейки. Вот, надписи Old School присутствуют и на капоте, и на баке у мотоцикла. Вот, есть такой вот интересный набор. У него еще есть такая деталь,
Я ее сейчас, не знаю, куда-то подевал. Вот, в принципе, оно шло именно таким образом. Вот борт задний был открыт. Мотоцикл крепился вот так стоя. Там в пазы заходил. Выдвигалась еще часть. Но как-то я не понял. По-моему, это был полный бред. Потому что постоянно вот открытый этот борт. Постоянно. То есть он не крепится, ровно не держится. Отпущенный. Вот это торчащая деталь. Но я посмотрел, если по диагонали его, в принципе, ставить, то он довольно неплохо стоит в этом кузове, держится. Вот, и нормально себя там чувствует. Поэтому я решил его там оставить таким образом. А ту деталь просто позабыл о ней. Вот. Давайте заглянем быстренько в салон, посмотрим, как там и что. Ну, там довольно все просто. Вот так вот. Темновато. Сейчас я попробую подсветить. Может, получится. Вот черный диван. Вот. Хромированные ручки. Какая-то имитация динамиков. Бокам дверных карт. Ну, на этом, в общем-то, все. Вот. Ну, блестит. Хромированный. Переливается черный цвет. Глянцевый. Здорово смотрится. Вот и я, наверное, все-таки оставлю его себе, несмотря на все эти повреждения. Может быть, еще возьму полироль, заполирую, попробую эти мелкие. Но остались, в принципе, мелкие царапины. Вот. Будет немножко времени, я попробую поиграться с ним. А так, в принципе, тем он уникален, что довольно редкий. Есть еще некоторые модели из этой серии. Там современные пикапы, вот, и чопперы тоже такие. А это как-то такой вот действительно old school, стандартно, старенький 50-х годов чоппер, пикап и чоппер тоже сделанный под 50-е годы. Очень классно смотрится. Ну что, вот такой у меня обзорчик получился. Что еще добавить? Конечно, эти диски сумасшедшие, бросаются в глаза огромные. Такое вот днище. Двойная выхлопная система. Ну, вот, в общем-то, и все. Просто красивый набор моделек. Ну что, спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока.